Итак, ребят, всем привет, с вами Александр Романов, и сейчас я хочу сделать обзорчик на авто Nissan 240SX, так как обзоров на них было очень мало, и я сейчас, наверное, проеду шестой трек, и после этого вам все о ней расскажу. Итак, я доехал шестой трек, и что можно сказать об этом авто? Я насчитал на нем всего лишь два плюса. Это то, что оно очень, что сикса она очень плавная и не теряет мощности даже при самых резких поворотах на таких треках, как седьмой, пятый, четвертый, типа таких. Отлично себя показывает на первом, пятом, шестом и девятом же треке. Я пробовал это авто на всех треках, но эти четыре трека мне понравилось больше всего, как она на них валит. И всего лишь один минус, тот, что ее очень сильно разворачивает в некоторых моментах. Например, если вы хотите взять очень большой угол, так вот, вы нажимаете ручник не в тот момент, и ее мгновенно же просто разворачивает. И вот что мне хотелось еще сказать. Это касается всех тех идиотов, которые говорят, что сикса не валит, что ей цена минка и тому подобное. Никто не виноват, что у вас кривые руки, что вы дебилы, просто катать не умеете. Если вы не умеете катать, это не значит, что например, сиксе там или R33, который тоже не ценится, продается за бесценок, что ему цена минка. Это вообще ничего не значит. Вот лично мое мнение, что сиксе цена от 270, потому что сикса она реально ни капельки не хуже сти. Я не понимаю, какого хрена вообще на эту сти завысили такие цены. Самые обычные, без лавки, обычные говнодиски, там ворки, шмурки, в жопу их, эти диски всякие. Просто ставлю за 310 бу и все мгновенно. Один или два дня, все, их нету. Я не понимаю, ну за что такая цена ей? Она, ну ни капельки не лучше вообще этой сиксы. Мое мнение даже, что сикса намного лучше, чем эта тупая сти, потому что она хотя бы не теряет мощности. И это, наверное, все, что я хотел вам сказать. Извините, если я кого-то обидел там, или еще кто-то, но это просто лично мое мнение, я все высказал, что считаю об этом авто и про тех игроков, кто говорит, что яйца на минка. Всем спасибо, всем пока.